что такое? Где? В руке у тебя. В какой руке микрофон? Ключи. Какие ключи? Ну, а чего они? Ты ее случаем не заперла в кладовке? Я? Да как ты мог такое подумать? Чтобы я кого-то заперла. Отдай сейчас же. С ключами надо быть поосторожней. А то мало ли что бывает. Сынка. Лос Солс. Ключи времени. Приношу вам свои соболезнования. Оставьте меня одну. Но, герцогиня, что случилось, уже не исправить. Какой смысл ваших слов? Простите, я и впрямь ничем не могу вам помочь. Мертвых не вернуть. Что за глупость? Что ты сказала? Простите мою одежду, сударыня. Но дамы из высшего света знают лишь, как завивать волосы и подбирать наряды. Неужели ты считаешь себя поумнее этих? Опытнее. А вдруг я смогу вам помочь? Глупая девочка. Когда я была совсем маленькой, бабушка рассказывала мне о старой ключнице. Она живет на самой окраине города. И если с ней заговорить, она, как правило, не ответит. Но ходят слухи, если прийти к ней с дарами, она и помочь может. Да чем же она мне может помочь? Мой сын, мой наследник, его больше нет. У старой ключницы есть связка с ключами от всех дверей. Двери, что ведут в сон, в явь, в вечность. Говорят, она и мертвых с того света вернуть может. Мне нужно найти ее. Мадам, подождите! Вы же не дослушали меня. Простите, вы не подскажете дорогу к дому ключницы? Не стоит вам ее искать. Зря вы забрели в эту часть города. Это уже мне решать. Стражник в обиду меня не даст. Верно? Вам лучше все равно поскорее уйти из этих мест, мадам. Да ответь мне, где она? А ну стой! Мне нужно знать. Да зачем тебе это? Ты молода еще. Время все расставит на свои места. Вижу, ты добрая женщина. Просто укажи мне, где живет ключница. Без ее помощи мне не обойтись. Глупая. Не отступишься? Нет. Добилась своего. Не говорили тебе люди, что меня ведьмой кличут? Знала ты, что ключи я собираю, а знала ли, что собираю души? Боишься? Бойся и прочь с моей дороги. Постой, послушай меня. У меня есть деньги, все, что имею, все, что заработал мой покойный муж, я отдаю тебе. Мне эти деньги не нужны. Всего одного у тебя прошу. Верни мне моего умершего сына. Нельзя противиться судьбе. Безвинное дитя. Он не заслужил смерти. Если надо, забери мою жизнь, но верни мне сына. Ты не слышишь меня, бедняжка. И слова моим не поверишь. Ну что ж, я покажу тебе. Смотри. Твой сын вырастет в роскоши и неге. Он будет красив, он будет любим. Многие женщины будут очарованы. Но у любой монеты есть оборотная сторона. Ты говорила мне о своем огромном состоянии?
Он потратит все до последней монеты на дорогую выпивку и женщин. Твой драгоценный наследник будет обладать незаурядным умом. Он будет хитер и расчетлив. Он принесет с собой в этот мир лишь беды. Он будет бездушным, а сердце его будет холодным, как лед. Was all alone. I called you, and you were at home. My heart fell like a stone to the ground. Она же все делала для тебя. Все, что имела, она отдала тебе. В этом вся суть. Моя дорогая, очень дорогая девочка, сколько всего было сказано о любви и о преданности тебе, но теперь, увы, ты нища. Опустись на грешную землю. Я использовал тебя как кошелек. Теперь же надобность в тебе пропала. Исчезни. Как ты посмел? Какая низость! Пошла прочь! Ты еще жива только потому, что у нас одна кровь. Кровь нашей матери. Мы не испытываем ее терпения больше. Сестра.